Слава Украине! Героям слава! В Одессе 9 октября, 228-й день полномасштабного нападения сцикливой нацистской России и предательской Беларуси. Вчера днем россияне выпустили разведывательный беспилотник в район моста через Затоку. Наши заметили беспилотник и беспилотник сбили. А с мостом через Затоку все в порядке, в отличие от Крымского моста. А потом ближе к вечеру россияне выпустили еще один разведывательный беспилотник в Одесскую область. Наши его тоже заметили и опять сбили. И вот только что закончилась воздушная тревога, и россияне опять выпустили беспилотник сюда, в район Одессы. И стандартная ситуация, беспилотник заметили и сбили. Не знаю, что россияне хотят этим сказать. А соседний город-герой Николаев россияне в октябре заметно меньше обстреливают, чем в сентябре. Конечно же, это связано с тем, что наши неплохо им наваляли на херсонском направлении. Вот так за последние сутки обстрелов Николаева не было. Ну, понятное дело, в Николаевском районе там бои, поэтому туда прилетает иногда что-то. И стандартная ситуация для российских складов с боеприпасами в Херсонской области. В прошлые сутки наши неплохо накрыли склад в Голой пристани. Местным жителям на радость смотреть на фейерверки российских боеприпасов. И пока очередное наступление на Херсон не началось, у россиян есть возможность переплыть Днепр, пока он еще недостаточно холодный.